Освобождение города Шуша от оккупации – одна из основных наших задач. Об этом, как передает Дэй Эйзи со ссылкой на турецкое телевидение, сказал, в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Ахейба. Доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации села Херманджик, Акбулак, Ахулух Аджавинского района. Да здравствует азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан, как передает Дэй Эйзи со ссылкой на Азертадж. Об этом написал президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев на своей официальной странице в Твиттер.